Самой эффективной защитой от коронавируса является вакцинация. По республике открываются все новые прививочные пункты. Буквально несколько дней назад прививки начали ставить в селе Зеленое Устьябаканского района в местной врачебной амбулатории. Нет специального оборудования для хранения вакцины, но медики нашли выход. А какой, знает Мария Добрынина. Вот походки. Нет, тут маленький долг. Сергей Глушаков с болезнью не сталкивался. Родных и близких коронавирус тоже обошел стороной. Но на прививку записался сразу, как только их начали делать в Зеленом, где он и проживает. Почему решили поставить прививку? Потому что у меня много внуков. Заболею я, заболеют они. Мера необходимая? Конечно. Почему? Жить-то хочется. Всего в поселке официально 2000 жителей, однако в окрестностях Зеленого появляется все больше частных домовладений, хозяева которых к амбулатории не прикреплены, но все равно за медицинской помощью обращаются сюда. Для села численность немаленькая, поэтому было принято решение проводить вакцинацию в местной амбулатории, чтобы не направлять людей в Усть-Абакан. Существуют свои планы, как везде. В неделю я должна привить 40 человек, ну то есть примерно по 10 человек ежедневно. Так как у нас нет холодильников для хранения этой вакцины, мы едем в день вакцинации в район, берем вакцину, перевозим в сумки холодильники, и в течение 2 часов после размораживания вакцины мы должны будем проставить прививки нашему населению. Сейчас в Зеленом диагноз COVID-19 подтвержден у одной семьи. Ситуация, можно сказать, более чем стабильная. Но желающих поставить спутник ВИ в поселке с каждым днем все больше. Правда, молодежь к процедуре пока относится скептически. А вот людей старшего поколения много. Первый компонент вакцины уже получили 50 человек. Второй этап через 3 недели. Надо посмотреть, что вокруг делается, и подумать о своих родственниках тоже в первую очередь. Чтобы заболеть, никого не заразить. Если о себе не думаешь, надо думать о других. Решила поставить, и в отпуск поеду летом в Тулу. И могут не пропустить ведь. По последним данным, в Хакасии прививку от коронавируса поставили порядка 32 тысяч человек. Вакцинация проходит во всех городах и районах республики. Спутника ВИ более чем достаточно, уверяют в Минздраве. Но прививочная кампания будет еще масштабнее. Пункты вакцинации скоро откроются в торговых центрах. К лету должны быть привиты более 100 тысяч жителей Хакасии. Только в этом случае можно избежать массового распространения инфекции. Мария Добрынина, Дмитрий Симонов, Вести Хакасия.